Привет всем высшим. И да, как вы могли понять, на этот раз у нас видео по Fallout 76, и я буду показывать дом из прошлого, точнее первого сезона. Весь декор, который вы видите в этом ролике, выдавался нам как награда за PvP, либо как награда по сезону. Так что да, никакого декора, который куплен за атомы. Сам дом находится на горе, рядом с фермой Бэквитов. И да, это то место, где проходит событие «Свободный выгул». Что ж, давайте я вам сделаю небольшую экскурсию по своему дому. Как видите, слева и справа у меня два небольших сарая. Вправо у меня лестница, ну и, конечно же, автомат по продаже патронов. Здесь у меня мастерская, ну и ферма. И как по мне, выглядит это очень даже неплохо. Что ж, а в левом сарае у нас располагается генератор и автомат по производству патронов. Это, наверное, самое главное на нашей базе. Конечно, у меня тут также разные контейнеры, которые создают видимость какого-то склада или хранилища. В общем, через закрытую дверь смотрится очень даже ничего. Ну а тут у нас магазинчик. Конечно, он немножко портит симметрию, но слушай, с ним все выглядит очень тоже довольно неплохо, как по мне. Что ж, пошли в сам дом и посмотрим, что у нас будет внутри. Так, а тут я бы положил какие-нибудь грязные башмаки, но, к сожалению, у нас такого декора нету. Но комнатка-мастерская выдалась, как по мне, на славу. У нас тут вот такая вот хим-лабораторию, которую я попытался увеличить такими вот шкафчиками. И, как по мне, получилось очень даже интересно. Ну ладно, давай пойдем в гардеробную и посмотрим, что же у нас будет там. Судя по всему, она на человек так 10. Да, и конечно же у нас тут плакатики «не курить», но какая-то сволочь наверняка тут курит. Вот зуб даю. Что ж, ладно, пойдем в столовую. Видимо, у кого-то здесь было недавно день рождения. Какая-то мишура висит, шарики. Ну, конечно, я бы поставил еще и чистые тарелки, ну или не грязные, ну или с кем-нибудь обедом, но, к сожалению, опять же, у нас ничего такого нету. Так что, да, идем дальше. Здесь у нас кухня, которая, судя по всему, повидала уже виды. Виды, жизни, в общем, все на свете. Облупленные стены, грязная посуда, печка какая-то уже грязная, все грязное. И да, опять же, я попытался расширить территорию вот такими вот шкафчиками. И как по мне, выдалось и получилось вполне себе неплохо. Ладно, пошли в жилое помещение и посмотрим, что же у меня будет там. Так, пожалуй, выключим лампу. То тратим электроэнергию попусту. Что ж, как видишь, у нас довольно миленькая комнатка, пускай даже и довольно маленькая. Но в любом случае ее за счет этого даже легче декорировать. У нас здесь компьютер или телевизор, кому что ближе. Ну и, в общем-то, декор из первого сезона. Кажется, это была последняя награда. Вполне себе интересная лампа. Пожалуй, самый интересный из наград первого сезона. Хотя, нет, постой, наверное, чисто раковина все-таки была более интересной. Что ж, тут у нас вот такой вот милый плакат, который тоже давался, кажется, в конце первого сезона. И, конечно же, огромный плюшевый шипоскотч, который также давался в конце первого сезона. Так, ну и, пожалуй, с этим домом мы закончили. Что ж, а раз видео у нас подходит к концу, давайте я вам покажу что-то необычное. А точнее, как делать двойные стены, ну и, конечно, разной высоты фундамент. Я как раз-таки воспользовался этой техникой и сделал вот этот вот прекрасный сарайчик. Но, думаю, многие из вас, кто смотрит сейчас это видео, и так прекрасно знают, как это все делается. Но, возможно, кто-то не знает, поэтому давайте все-таки покажем людям. Что ж, для этого нам потребуется два фундамента, ну, точнее, два пола, кому как больше нравится. Вот один и вот второй. Так как дерево у меня уже заканчивается, мы, пожалуй, воспользуемся вот такой вот не особо козистой стеночкой. Так, вот одна и вот вторая. И уже сейчас мы можем сделать двойную стену, просто тупо заменив ее. Вот получается у нас есть окошко, а вот наша стена. Вот одна. И давай заменим с другой стороны. Заменить, и вот наша стена. А сейчас мы можем что-нибудь с ней сделать. Например, разукрасить бесплатную краску, которую нам когда-то давали. Ну, серьезно, такой блевотно-желтый цвет. Господи боже мой, даже в страшном сне не представишь. Неудивительно, что ее дали бесплатно. Ну да ладно. Давай теперь все это уберем и посмотрим, что мы можем сделать
с разной высотой фундамента. В принципе, можно это все делать от руки. И чаще всего, на самом деле, я так и делаю. Но нет. Сейчас мы попробуем, как сделать с хирургической точностью, ну, скажем, высоту половины стены. А делается на самом деле это довольно просто. Все, что нам нужно, это взять вот такой вот столбик. Он идет сразу после вот такого вот высокого. Вот мы его поставили, и теперь мы возвращаемся к нашему полу. Вот мы к нему вернулись и просто теперь приставляем. Он имеет высоту половины стены. Вот у нас, собственно говоря, сама стена. Можем ее поставить. И где-то тут у меня было в сохраненном... Вот она, половина стены. Как видите, точно под половину. Что ж, с этой стороны мы можем убрать, если, конечно, попадем в этот столбик. Вот мы его разобрали. И теперь мы можем сделать какую-нибудь себе лесенку, чтобы спуститься вниз и не сломать себе ноги. Так, сейчас, погоди-ка. Ладно, рискнем, пожалуй. Эх! И вот у нас теперь бетонная лестница. Ну, я, конечно, предпочитаю деревянную, но бетонная тут тоже вполне себе смотрится. Так что, да, если я кому-то помог, то обязательно пишите в комментариях. Что ж, а на этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно не стесняйтесь писать в комментариях. Что ж, пока-пока и до скорого. Берегите себя и своих близких.